Всем привет, друзья! В этом видео хочу рассказать о том, что такое абхиджит мухурта. Это тоже один из параметров нашего ежедневного прогноза по системе Панчанга. Один из четырех самых значимых отрезков в течение суток. И точнее в течение дня, потому что абхиджит мухурта всегда приходится на полдень. Это 24 минуты до полудня и 24 минуты после полудня. И полуднем в данном случае считается тот момент, когда солнце находится в зените. Вот за 24 минуты до этого момента начинается абхиджит мухурта, и через 24 минуты после этого момента абхиджит мухурта заканчивается. И чем же так замечателен этот период, этот отрезок времени? Замечателен он тем, что это самый лучший промежуток, отрезок времени в течение любого дня. В течение любого дня в этот промежуток времени лучше делать или как минимум начинать самые важные дела, которые вы на этот день запланировали. Даже если этот день у нас складывается из не очень благоприятных энергий. Мы знаем с вами, что Панчанга – это 5 частей, из которых составляется общая эмоциональная погода дня. Так вот, если общий эмоциональный фон у нас недостаточно благоприятный или даже совсем неблагоприятный, но нам в этот день надо обязательно что-то важное сделать или как минимум начать, и если мы делаем это в абхиджит мухурту, йоги говорят нам, что большую часть вот этого негативного влияния дня мы нейтрализуем. То есть даже начав какое-то дело важное в неблагоприятный день, мы таким образом можем избежать негативных последствий и рассчитывать на благоприятные результаты этого дела, которое мы в этот промежуток времени начинаем. Вот это то, чем интересно для нас абхиджит мухурта. При этом есть один нюанс. И связан этот нюанс со следующим отрезком, который мы рассмотрим в следующем видео. Отрезок этот будет называться Рахукалам. Рахукалам. Смотрите следующее видео.